Бах, начать запись, только не забыть. Трофейчик клюнул. Петрович, опять не тот по ходу дела, да? Клац, клац. Ты смотри, Димон. А, блин, Димон ушел у нас же, да? Сейчас бах, Обама, черный, синий, ёпта. Или антигубозакаточный аппарат, да? Тащи, тащи так, пока сейчас мы звук маленько, хоть окружающую среду включим. Птичек-то, бля. Вот. Что, все, сдался, что ли? Ну, ё-моё. Понтов-то было, да? А понтов-то было. Это подменили по-любому, короче, там уже. Похоже, что-то это, блин, на карпа, мне кажется. Пошел, 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 пошел. Пирожок нашел. Вот так и играй в танчуганы, ё-моё, да? Бывают поклевочки, что ага, придется бой пропустить. 23.53. Это если трофейное что-то, то за сегодня первый трофей будет, ё-моё. Даже карася никакого не было потного, ё. Офигеть можно. Ну, правда, я не ставлю 16-е бойло. 22-е везде запихну. Ну, на Амура не похоже. Это, скорее всего, карп какой-то. Зеркало или голый. Зеркало или голый. Чешуя что-то вообще тут как-то. За все время, уже больше недели я тут реально сижу. Один был трофей. Но сегодня, кстати, чешуя стала клевать. Видно, понедельник что-то маленько рыба меняет свои эти... Почечки, бля, или еще кого там. Клев есть, но с утра тут вообще, считай, значит, что я клевал. Но трофейный не видел в чате ни одной. Тан-дарин-тарин-тан-тарирарин-тарирарин. Да, походу это, наверное, голый. А может и зеркало даже. Уж, уж, уж. Так, ну что, ну что, ну что. Тащи, Петрович, потихонечку, помаленечку, ага.
Что-то как-то сдался уже вообще, да? Ёпты, там и вообще может уже даже и не трофей. Ну, полюбасу не Амур. Полюбасу не Амур. Амур бы выдавал бы, да, жару-то, а это что-то вообще он волокится. Такой вот, как будто как на голову похож. Мешочек с этим. Угу. Он как-то легко пошел, странно. Как-то совсем странно. Чем ближе, тем легче и легче он становится, да, наверное? Ну, кто ты там? Не, Амур, что ли, ё-моё? Белый? Или что там за плавник? Что-то я не это. Или карп, не пойму. Как-то сливается там что-то непонятно. Что-то сливается непонятно. Ну, не Обама это уже 100%, да? Это у нас, кто это у нас? Карп какой-то, бля. Зеркало, что ли? Поросеночек вон какой. Уж, какой поросеночек. Ходи-ка сюда. Голый. Голый на 32 килограммчика. Так, сделаем это. Хороший? Хороший. Нормально. Но он у нас уже закрыт. Вот дело в чем. Сидим мы, ждем Обаму, ё-моё. Так, где скорость скинута? Это я, чтоб вот так вот было. Сборочка вот такая. Клипса 21. Все дела. Чё, кидаем дальше, да? Херакс. Так, и даже никто вообще не плюсанул. Видали, да? Так, карп голый. Ага. И даже никто и не плюсанул. Не было ж плюсиков? А, не, плюсанули, ребята. Надо, значит, спасибо написать-то, ёкарный баба. Так что вот так, друзья. Играя в танки, сидим с Петровичем, ждем Обаму, но с Обамой что-то как-то нам... Сейчас прикормику надо маленечко. Так, оба-на, оба-на, начнем целый. Получается, за сегодня первый трофей. Короче, клипса 21 и все. Остальное все надо выжидать. Плюс. Спасибо, Серега. Ну, давайте, друзья, всем, кто на рыбалочке, ни хвоста, ни чешуи. А мы поехали с Петровичем дальше танковать. Потому что мы еще играем в танчуганы. Там уже нас разнесли туда-сюда. Как бы. Ага. Всем удачки. Будем сидеть дальше, ждать черного.